Сегодня 20 марта 2023 года. Вот провожу эксперимент выращивания огурцов в ведрах. Вот такие ведра строительные мне дали. Вот такие отверстия просверлены. Вот такой керамзит, чтобы не забилось. Хочу под акацией, чтобы вверх плелись огурцы. Милашка пришла проверять, да? Забор не для тебя. Конечно, разве это для тебя забор? Это от гусей. Тебе это элементарно перепрыгнуть. Но ты у нас будешь закрытой сидеть. Это пока здесь ничего не растет. А то от огурцов останутся только рожки да ножки. Вот. Чтобы не делать шпалеры, я буду привязывать прямо к акации. Отлично. Я поставила подальше от заборчика, чтобы гуси не трогали. Это перегнивший навоз, он уже несколько, ну, наверное, пару лет. Проверяет милашка. Вот, насыпано. Теперь дальше будем насыпать землю. Кротовая земля. Паша привез, устал. Все, сейчас насыпем земли и все, и будем. Да, милашка? Да. Кротовая земля – это та, которую кроты нарыли. Они там ее уже почистили от корешков, от всего. И вот такая вот разрыхленная, рыхлая земля. Насыпаем прямо на перегной. Да, потом польем водой, будем сажать. Прогреется, будем сажать. О, коза пришла. Милашка пришла руководить. Да, Милаша? Без тебя никак, никак. Нет, ничего там съедобного нет. Ничего нет съедобного. Да. Ага. Ты думаешь, там что-то вкусненькое? Нет, Милаш. Там будет огурчики расти. Ты моя красавица. Красавица, да. Вот такая красавица. Вот так. Ну, ну что, ну что. А ты мне... Зачем ты мне за кофточку щипаешь? Что ты хочешь сказать? Что такое? Что? Не кормят тебя, не доят. Подожди чуть-чуть, немножко осталось, полчасика, подожди. Ну, это такое... Ты меня не раздевай, Милаш. Да, нельзя, нельзя, нельзя. Ах ты, моя девочка. Сейчас пойдем доиться. Так, все, земли насыпали. Сегодня еще не буду сажать огурцы. Земля должна настояться, ее полью, чтобы она осела немножко. Все, земля вкусная, да? Вкусная земля. Травинки кушает милашка. Все, потом, как она прогреется, земля должна хорошо прогреться для огурцов. Нужна теплая земля. Так, не грызи мне. Ты что грызешь? Ведра никто не мыл, потому что... Что там, известь или что там, была краска, я думаю, пусть будет на пользу растениям. Я не стала их мыть. А задекорировать это будем потом. А, любит ласку, да, Милаш? Ай, пришла, чтоб ее поласкали, да? Ай, ты любишь ласку, покажись, какая ты красивая мне, Милаша. Милаша, красивая, красивая девочка у меня. Красивая, хорошая. Кошку прогоняет. Ты хорошая, хорошая. Любит, чтобы ее так гладили, да. Такую милашечку. Чего ты мне руки облизываешь? Сейчас скоро будем доиться, скоро. Время дойки я даю козе вкусняшки. Яблоки, морковка, капуста, пшеница. Вот она пока кушает, я ее даю. Коза у меня... послушная, она сама знает, что сейчас будет вкусняшки, сама идет на станок доильный, вон она уже идет, вот такой станочек, кошки ждут молочка, вот, вот сейчас я ей насыпаю, вот она идет, сама заходит, вот так,
Я закрываю, чтобы она никуда не выходила, потому что я не только даю, но во время дойки не выйдет. А если там когти подрезать, педикюр делать. Вот на таком станочке она хорошо кушает, а я ее сейчас помою водичкой, вытру и буду доить. Так, козу я подоила, она еще не съела. Ну, уже почти все съела, пшеничку доедает. Кстати, мои козы привыкли к пшенице, я ее не перемалываю, они прекрасно ее едят, справляются. У меня было много коз, сейчас осталась одна красавица-милашка. Все, вот так она потом сама сходит. Вот, все, иди гуляй. Кто меня давно смотрит, знает, что я выращивала огурцы в мешках, причем довольно успешно. Вот смотрите, мешки стоят третий сезон. Три сезона они простояли. Уже они такие старенькие, но тем не менее, их по два мешка я делала сразу. Сейчас мы досыпали туда навоз перепревший. И вот сейчас будем насыпать землю, добавить земли. И все. И посмотрю, где будет лучше расти. Во ведрах, в мешках или просто в земле. Сравним огурцы. Конечно, земли у меня много, 50 соток, но здоровья нет сажать столько, поэтому я выбрала себе наиболее легкий путь и, кстати, очень даже неплохой. Ну, проверяем, смотрите, следите вместе со мной. Кстати, живем мы на Кубани, и сейчас 20 марта у нас прекрасная погода, жарко, как летом. Наверное, градусов 20, не меньше.